Сегодня Федеральная налоговая служба России отмечает свой профессиональный праздник. Система работы налоговой службы выстраивалась годами, и сегодня налоговики регулярно обеспечивают пополнение государственного бюджета и стоят на защите финансовых интересов государства. В этом году управление Федеральной налоговой службы по Чувашии сократило число проверок на 5%, но при этом увеличило прибыль налоговых платежей на 9%. А это 30 миллиардов рублей, которые очень нужны республике для выполнения своих социальных обязательств. На торжественном собрании в честь 25-летия службы лучшие работники налоговой получили почетные грамоты за безупречный труд. Всегда работников налоговой службы отличал профессионализм, корректность, преданность своему делу. Все это дает возможность смотреть в будущее, выполнять государству свои обязательства, так как без работы налоговых органов невозможно